Я всех приветствую в мире древних свитков. Продолжаем проходить Моровинд. Итак, находимся в поместье Альдруна, поместье Сарвейти. Добро пожаловать. О вас уже легенды складывают. Прошу вас, говорите. Ты спас моего сына, я очень тебе признателен, но я хочу тебя еще кое-чем попросить. Варвара Сарвейти обвиняют в убийстве Бралина Карварина. Был одним из друзей. Так, я не могу поверить, что мой сын совершил такое, но доказательства очень убедительны. Сначала стоит поговорить с сыном о Барвине, Бралине. Так, так, так. Он в своей комнате, в квартире стражи. Это где? Помещение стражи. Я сначала тут пошарюсь, так. Помедленнее мне надо. А, дорогая рубашка, шмашка, это все не то. Это все тоже не то. Пальто, это мне ничего не нужно. Это мне не нужно. Ну, денежки, понятное дело. Просто бумага. Ну, тут у нее ничего нет такого прям. Так что пойдемте. В ящиках всякое оружие. Дешевое. Так вот. В шкафах всякая лабуда. Книжечку захаваем. В сундуках шмот. Ничего полезного. Здесь ничего. Тут алхимоза всякая. Ну тут он. Могу я что-нибудь для вас. Так, варвар, давай поговорим с тобой о этом. Я не убивал его, он мой ближайший друг. Стражники нашли меня около тела, но я не помню ничего, что случилось той ночью. Иногда, правда, приходят плохие сны. Расскажи о снах. Иногда во сне я убиваю. Это ужасно, но это ведь не значит, что я убил. Правда так? Кошмары начались еще до смерти Брайана, например, тогда, когда появилась пепельная статуя. Она стоит вон там. Может быть, ее заберете? Угу. Так, в сундуке у тебя ничего нет. Так, статую я забрал. Так, я забрал статую. Я думаю, можно поговорить. Так, Что я могу для вас сделать? Пепельные статуи. Мне снились кошмары. Так, видите, может быть, изберете у меня. Ну, наверное, стоит поговорить с одним из жрецов храма. Храма, храма, храма. Хорошо. Пойдемте в храм.
Так, где у нас тут храм? А вот поместье Мурвейн. А, вот же храм-то, а чё? Туплю. Так. Так, с кем мне поговорить? Явно не с тобой. Говорите, что вам нужно? Удачного пути. Что за прослушивание? Да, верните эти вещи. Передайте мои извинения. Какие вещи? Ты о чем, мужик? Какой-то старый квест, походу. Во, эта статуя попалась в мой ранг. Дайте мне это так, чтобы я мог исследовать, отдать. Так, 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 шары наложены. Попроси варвара прийти и поговорить со мной, когда я буду уверен, что я очищу его от убийства. Я слушаю. Ну понятно, к варвару, короче, надо чесать опять. Опять к варвару, да? Ну пойдем к варвару. А как он пойдет? Он же под подозрением. Где? Есть-то. Удачного пути. Так, Лара Саран хочет поговорить со мной по поводу статуи. Может быть, ему удастся что-то сделать с этим дроновидением. Я увижу с ним, как только смогу. Так. Так. Да я забрал ее. Я слушаю. А, какой же он душный, а? Как только сможет. Когда он сможет? Говорил? Да как он говорил? Я только что от него. Беготня, беготня. Никуда от нее не деться. И никуда от нее не деться. Я не туда пошел. Так, ну уже позор пепельно статуя исчезла. Мне никак не вспомнит, но теперь я знаю, что Галтис Гуврон дал мне статую. Крыса в котелке. Вот так бы сразу. Крыса в котелке, идем туда. Сейчас мы разберемся. Крыса в котелке. Так, смотрим здесь. А вот он. Богатство тебе.
Чем могу помочь? Умри! Нет, не важно, умри! Умри! Ой, я его отмычкой хочу. Я его честно убил. Так, что у него есть? Письмо Гуврона забираем. Пепельную статую забираем. Факелы. Не знаю, взять их. Стальной кинжал. Простое. Чего ты хочешь? Опять к Варвусу, да? Погоди, а записку надо прочитать. Может быть, мне к нему не надо? Письмо. Вот еще один ящик со стойками. Их надо разместить в Альтруне. Сделайте это поскорее. Уничтожьте эту записку. Не разрешите меня. Ханараи. Я слушаю. Ханараи. Говори. Ханараи. Что за Ханараи? Ты видел Ханараи? Он не видел никого, походу. Кто такая Ханараи? Гугл фонарик. Ханараи. В любое время. Я ищу Ханараи, знаешь такое? Где-то здесь должна быть, в городе. Может, она здесь? У вас серьезно? Она или он? Мне нравится то, что я вижу. Блин, эти вот пауки, они где-то тут. Это орки. О, привет. А, вот он этот паучок. Как дела? Мы можем поговорить. Альдин. Ты приносишь удачу. Добро пожаловать. Хреначе. Что ты спрашиваешь? Нет, здесь их нет. Никаких Ханараи. Привет. Стражник. Чем? Я слушаю. Стражник. Полагаю, могу уделить вам пару минут. Ну, ты все равно же не знаешь. Да, я слушаю. Ты не отсюда. Лерву. Забаговалась, что ли? Ну-ка, читом воспользуюсь. Нет, тут ее нет. Она забаговалась, походу. Лампа для насекомых.
лекарь сможет помочь вам. Да. Да. Она должна быть где-то рядом с Саверной. Я ее не вижу. Продолжай, я слушаю. Полагаю, можно спокойно говорить, что я могу для тебя сделать. Сейчас я почитаю по ней. Что это такое? Ханарай. В собственном жилище она находится. В собственном зелисе. Зелисе. Ханарай. Надо поискать зелисе. Кузнец. Вот, Ханарай. Вот она. Тут она живет. Вот она, Ханарай. Тебе крышка! Сдулась. Это я заберу. Пепельную статую заберу. Что, нет фонариков у меня никаких? Да, фонарей нет. Обшмонать. Этот фонарь не снять. Ладно, давайте обшманывать. Тапки свои себе оставь. Алхимию я всю заберу. Что ему хватало? Какие-то юбки, рубашки взял, блин, ладно. Разгребу потом дома. Ух, ничего себе! Я себе алтарь построю из них. Свеча шестого дома возьму. Этот гобелен нельзя забрать, я бы забрал тоже. Вообще темно стало. Опа, колечко. Короче, я набрал барахла. И все, тут больше ничего нет, да? Вот что. Всякая дичь висит. Теперь здесь. Пусто. Выросла капуста. Ляги. Пусто.
Блин, у меня столько риса, можно пол Китая накормить. А, корзинку, мать его, мать. Корзинку. Заберите свою корзинку, не знаю. Я перегружен. Что за фигня? Ну да, я нахватал тут море. Ладно. Придется сгонять домой и все разложить. Так, крыса, ты что-то... Блин. Забирай ингредиенты. У меня скорость уже 260. Руки бери. Так вот. Зловещие. Книги, банки, тапки. Блин, куда шматье бы это? Свитки, свитки. Кинуть шматье. Здесь бутылки. Здесь у меня важное все. Шматье, шматье. Ладно, я шматье выложу вверху. Вот здесь вот. Вычурная мантия. Я сюда, короче. Перчатки. Вычурные туфли. Ага, здесь перчатки есть. Простые ботинки, простые ботинки. Это все на выброс. Дорогая юбка, вечерняя рубашка. Сюда. Так, книги. Это забирай. Так, это есть. Броня. Адмунгсканский, гагджуланский. Гагджуланский наплечник 1. Гагджулайский наплечник 2. Костяная. Гагджуланская. Гагджуланская костяная. Стеганая. Щит стражника дома Ридора. Это оригинальные шлемы. Оригинальные шлемы. Пока сюда, назад. Стеганое оно
легкая. Короче, хрен победишь. Поэтому потом буду с этим разбираться. Так, что, и курок тут. Куда-нибудь сюда сейчас свалю. Раз. Два. Костяной шлем, гавеланский, оригинальный костяной шлем. У меня их уже... море. Так, может починить, чтобы они стакались все. Вот так вот. Странно, они не стакаются, ладно. И костяную сюда. Дротик. Это на вывоз и на выброс. Дорогой амулет. Блин, а опять носится. Как ненормальный. ...260 уже. Надо будет опять убавлять. Так. Вот я раскидал это все. Да это все пусть будет. Забирай. Опять он носится, как хрен знает кто. Придется это все делать. Так, по журналу. Когда можно ехать верхом? По журналу. Что у нас так? Дальше. Ну ладно, пусть путь пока такая скорость будет. Возвращаемся к Саретте. Я думаю, можно поговорить. Нет, нельзя. Так, для тебя сделать. Варвар. Ну, очистим. Очень рад встрече. Так, именно статуя. Самому Варус, что ли, сходить? Варус, стой. Вас. Ничего не говорит. Вы приносите мне удачу. Чем могу помочь? Вот. Ондрес Наранна, знатный человек из дома Хлалу, говорит, что архимагистр Болвин крутит что-то с женой друга-советника. Разумеется, я не одобряю всего, что делает наш дорогой магистр. Я не смогу обвинять суть наружу. Я хочу, чтобы Ондрес Наранна перестал распускать слухи, и ты этим займешься.
Так, распространяется возраст не рано. Выследи подрежь, что он забрал свою клюту назад. Если он откажется, вижу его на поединок и не опозорь. Хорошо, Одрес Нерана. Он живет в Балморе. Балморе. А! Ну вот он, пес. Нет, это не Лена Берлайн. Вам эта земля у меня лучшая цель. Мы приветствуем вас. Так. Что? Не рано. Слушай, не рано же поместье где-то есть. Вот он. Здесь же поместье не рано. Тут что-то никого. А, вот он стоит. Впечатляет. Вам у которого я ключ воровал. Так, посетитель. Что? Так, мне надо что у него спросить? Клевета. Я говорил правду. Я полагаю, что вы, редоранцы, слишком тупые. Если хочешь строить поединок, ты умрешь. Я тебя отмышкой закатил. Какая. Да сдохни ты уже. Ну вот и ключ я у тебя отберу нахрен. И вычурный амулет. Вычурная, вычурная, вычурная. Все вычурное. Нет, тело убирать не надо. Пусть валяется здесь. Тьфу-тьфу, собака. Неверная. Ну это я потом все обшмонаю. Все обшмонаю. Возвратно. Я же не опозорил дом. Я его вызвал на поединок. Блин, я к Неминди прискакал. Получил уровень. 34-й я уже уровень. Ну пойдем, это не так долго здесь. Сейчас мы. Чувак, я, короче, очень его запердолил. Ты уж извини. Не думаю, что он снова и защитил честь своего дома. Сделай мне повышение. Друган, пожалуйста. Но не выполнено достаточно задания. Я полагаю, возле побережья пещеры Шурин Баала действует банда контрабандистов. Так, это пещера к охотной кюгу востоку от Гнар-Мок. Город на карте отметил. Так, я слышал, что говорит Данмер. Ага. Провести расследование. На юго-восток от Гнар-Мок. Где у нас Гнар-Мок? Это Хул. Это Гнизис. Вот. Юг. Север, юг, да, ну, здесь вот где-то. Ну хорошо. Хорошо, я помечусь у тебя, друган, можно? Ты же не против? Гнар-Мок. Гнар-Мок, Гнар-Мок. Ну, на Сахатом? Да? До Балмора? Для вас мы организуем специальный тур. Но он до Гнар-Мока не сможет, поэтому соединим.
Специальное путешествие только для вас. Цены такие низкие. Я слушаю. Лауд. Небольшая прогулка. Да-да-да. Долгое путешествие. Гнармук. Так, к юго-востоку. Ой-ой-ой-ой-ой. О, грибочки. Грибочки — это хорошо. Пещера мне нужна. Шуринбаала. 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 Она находится на юго-западе. Да. Ты чё, неч, как двину сейчас? Так, а насколько далеко она там? Больше мне надо идти, 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 и я, наверное, вот сюда приду. Шуринбаала. Беги или умри! Так, у меня факел уже есть. Во. Гномский топор. Костяное, костяное, но это все. Ты будешь долго мучиться. Да, совесть меня будет долго мучить. Хитиновое, простое, стальное. Так, мы обменяем карту. Ай, как больно. Ай! Хитиновый, хитиновый, нищебродов и все. Теперь ты умрёшь! Кераса кожи. Ну, отмычки дорогие у него. Простое, простое. Так, тут развилка, да? Ловушка. Ловушки нет. Так легко от меня не уйдешь. Чё ж так кричишь-то, мать? Имперская стальная, о. Возьму я имперское все. Имперский палаш. Не для коллекции. О. Эти книжки я не читал. Скорость опять, господи. 340, обалдеть. Костяной шлем. Нужен он мне, не нужен. Господи, господи. Так, камень душ.
Мама родная. Сколько же здесь добра. Так вот я сделаю. Ткань. Так, вот в этой бочке у меня все будет, да? Да у них тут не слабо. Ух ты, топорик еще какой-то, блин, все возьму. Так, сейчас я тут оставлю, уже сюда не лезет, да? И пойду дальше, пройду. Меча, амулет пометки, простое стальное. Так, факел хана. Сдавайся сейчас, и, возможно, я пощажу тебя. Ты уже умер. Имперская клепанная, господи. Сколько тут всего? Не, не вынес, он все отсюда, так. Сейчас я соскладирую все рядом. Вот сюда. А потом, как обычно, телепортнусь домой. Сейчас я там все обшарю. Начнем вот отсюда. Потому что денег у нас мало. Набрал я, конечно. Так, а где у меня перо? Перышко. Так, все я тут обыскал. Ну, вроде все. Все. Набрал на 600 кило. Я даже с пером идти не могу. Ну давайте скидывать.
Магическое простое. Ну сюда, по-моему, больше не лезет, да? Или лезет? Имперская стальная кираса. Тяжелая. Вот. Так, алхимия. Крыса, сюда иди. Так, великие камни душ. Нормально у меня количество уже, да? Так. Крохотный. Где-то был. Вот они два. Бутыли. Бутыли. Бухло сюда. Сюда. Сюда, сюда. Так, а скумы у меня где лежат? Здесь же? Да, скума. Сюда. Так, амулетики. Всякие колечки сюда. Сюда. Перчатки, штаны. Это все туда. Так, вот еще. Ну, это простое, я не буду его сюда класть. Свитки разбивателя замков. Сюда. Так, что у меня еще есть? Лишнего. Два факела, три фонаря. Хорошо. Хорошо. Гномское копье. Имперское клепанное. Кожаное. Костяной шлем. Костяной у меня есть. Имперская клепанная. Имперская клепанная кожаная кираса. Имперская клепанная кожаная кираса. Тоже есть. Имперская стальная. Имперская чешуйчатая, северная байданная, имперская серебряная. Я уже путаться начал. Имперская стальная, имперская правая перчатка. Имперская стальная есть. Хорошо. Хорошо. Какой-то топор у меня стальной. Так, клеймора, все, сюда уже не лезет. Да хорош тебе кастовать, убери нахрен эту магию. Имперское стальное, вычурное,
Это наверх. Сколько? Сто девять банок. Откуда у меня столько? Ну ладно, не важно. 340 уже скорость. Охренеть. Так, вычурная. Перчатки есть. Тут перчатки есть. Тут перчаток нет. Изящные туфли. Вычурная туфля. Вычурные штаны. Простой амулет. Кольца вот эти еще. И все, и погнали. Лишние кольца. Щит. Отравление, свет, ходячего трупа, духов предков, кольцо пометки, вот это божественное, это мое, мое. Так, все вроде, да, амулет теней, кольцо перевсеки. Оно надето на меня. И книги. Все. И книги. Книги, книги. Так, тут у меня ничего. Записки Дрена. У меня такое чувство, что мы станем очень близки. Она не берет. Хорошо. Надо бы ей что-нибудь еще одеть, принести. Ну ладно. А вот это что за записка? Разнеси нашего свободу в комнате за гобеленом. Сиди. А! Все, эту записку можно... И Галтиса, и Мультиса. Вот записка Дрена у меня еще осталась. Пусть оно тут лежит. Застрял. Застрял. Так, домой я сходил. Это я сходил. Возврат, наверное, да? Я так думаю. Вот. Я позаботился. Этих контрабандалсов. Повысишь меня? Нет. Так, Аретан Мандас, некогда великий человек, теперь называет себя лордом Западного Нагорья и требует оплаты от путешествующих по дороге в Маарган. Мне нужно, чтобы кто-нибудь остановил безумного лорда. Его можно найти в пещере Милк на дороге Альдрун-Кальдера. Западная есть два перекрестка. Ага. Чтобы попасть в Милк, идите на запад, указатель Гнисис. Так. Я хотел, чтобы исцелили от безумия, а не убили. Возможно, вам стоит сначала отправиться в Эбенгард и поговорить с Лерером Мандасом, отцом Аритана. Очень так, рад встрече. Что у меня в журнале? Так. Сначала все, тут у меня есть. Давайте сейчас сохранимся, на этом закончим. Продолжим мы в следующей серии. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. До встречи в следующей серии. Всем пока.